Позади экзамены, впереди поступление в вузы и выбор профессий. А пока по всей стране проходят выпускные вечера. Школьников ожидают концерты, конкурсы, встречи рассвета. Мы решили спросить у пушкинцев, чем им запомнился выпускной вечер. Встречались в ресторане. И там вот веселились, танцевали, гуляли. Все было хорошо, но это было очень давно. Рассвет встречали. Было очень весело в компании, да, с родителями. Наверное, уже забыл я свой вечер. Ну, у меня, во-первых, выпускного особо не было, потому что я 8 классов закончила. У нас танцы устроили, потом разбежались на первой встрече. Это был 67-й год. И после выпускного бала пошли на речку отдыхать. И посидели около костра и до самого утра. Было очень здорово. Ну, вальс, у нас красивый танец был, девочек. Конечно. Ресторан потом, понятное дело. Гуляли бы где-то потом еще. Ну, конечно, рассвет все встречали. До сих пор встречаемся каждые 5 лет. Я помню, что мы все плакали. Это было очень трогательно. Ну, нет, не помню уже ничего. Это правда было очень трогательно. Конечно, просто вспоминаются учителя наши, да, какие они у нас были, сколько они всего в нас вложили. Вот, ну, понятно, что одноклассники тоже, у каждого сейчас своя судьба, и каждый со своими там детьми и по свету в разных местах, вот. А так, в принципе, дружный мы класс были, все у нас было хорошо, были веселые. Ну, было очень весело, все были красивые, довольные, счастливые, всем очень понравилось. А что вам запомнилось, вот больше всего самый такой яркий момент? Ну, наверное, вот это, когда мы стояли на сцене, выступали перед учителями, было очень трогательно. Ну, самый такой вот трогательный момент расставания. Запомнились красивые наряды моих одноклассниц. Запомнились учителя. Многие плакали. И добрые напутствия. Новую жизнь. Ну, вообще, вот это состояние, когда какой-то рубеж, когда что-то одно закончилось, и начинается новый путь. Хорошим коллективом, наверное, правильными. Ну, как-то словами сопутствующими от наших преподавателей, от наших, все там, ну, как бы, доброжелательно к нам вот так вот относились. И, ну, так вот погуляли, все хорошо, замечательно. Это был далекий 2001 год. Запомнились учителя, программа, как поступали, что готовили, школьные формы, банты. Ну, как-то вообще я просто очень любила школу. Вообще подготовка, песни, все запомнилось. Ну, мы на турбазу поехали, потом катались по ночному городу, встретили рассвет. Все было замечательно. А у вас, кстати, как?